Звезда фильмов для взрослых Андриана Чечик сломала позвоночник во время фестиваля TwitchCon, который в эти выходные проходил в США. TwitchCon – это фестиваль для стримеров со всего мира. Кроме выступлений, на нем есть и развлекательная часть. В этот раз был бассейн, наполненный поролоном, в который участники фестиваля пытались друг друга столкнуть. Именно в этот бассейн уже после состязаний порнозвезда и прыгнула. И вроде высота была совсем небольшая. Вначале все вообще подумали, что Чечик так шутит. Но она не шутила. Адриану Чечик срочно увезли в больницу. На следующий день актриса написала, что она сломала позвоночник аж в двух местах. Теперь ей предстоит операция, во время которой ей в позвоночник вставят специальную железную палку до тех пор, пока все не срастется.